В феврале 2021 года на канале «Пятница» стартовал новый сезон комедийного российского сериала под названием «Две девицы на мели». В нем продолжалась история двух подруг Маргариты и Ольги, которые пытаются начать собственный бизнес. Получится ли у них это? Найдут ли они свою любовь в этом сезоне или продолжение истории, мы увидим в сериале «Две девицы на мели» третий сезон. По предварительной информации, дата выхода продолжения запланирована на весну 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.